Здорово, друзья, здорово, подписчики. Сегодня с вами Юрий Мордвин, и мне пришло такое сообщение. Что 13 и 14 декабря 2018 года будет списано закрытые аккаунты, вернее, подписчики с моего канала. И не только с моего канала, у всех. Короче, кто накручивал, кто взаимоподписывался, будут все списаны. И не только списаны, будут наказания. Кто делал взаимоподписчики, или подписчику накручивал через сайт какой-нибудь, это будет наказываться. Как будет наказываться? Даже могут заблокировать аккаунт. Что могу, друзья, сказать? Это пришло пипец. Это пришло пипец, друзья. Ничего, блядь, это все. Ладно, что могу сказать? Мы же как растущие каналы. Растущий канал, что? Ну, блин, сколько там, блин? Ну, удалют все подписчиков. А у кого миллионники? По 3, по 4 миллиона. По 5 миллионов, прикиньте, там 80%, ну пускай не 80%, я загнул, ну блин, там 30%, а у кого даже миллиона нет, он, знаешь, из себя выходит, чтобы миллион добить, и прикинь, ему там 800, 700, все спишут подписчиков, прикиньте, что там будет. Это вообще истерика, скандал, нервы, все пошло нафиг, сразу беспредел. А этот, как там уж, Мармока, у него отсюда то сколько там, 2-3 миллиона смотрят, ну сколько, ну может у Мармока нормально будет. У него, в принципе, и подписчики также и смотрят нормально же. Мармока, походу, ничего такого, ну пускай 1,5% или 2% спишут. Ну есть у канала такие, они по миллион, а смотрят по 200 человек, по 300 человек, ну пускай около 1000. Там вообще 60% спишут подписчиков. Потому что его никто не смотрит, а подписчики есть. Вот такие, короче, друзья. У еще одного у него 40 тысяч там или 60 тысяч, а смотрят всего 200-300 человек. Прикиньте, сколько ему спишут-то. Вот такое у нас предупреждение. Короче, друзья, хана пришла. Ждем-с. Удаление подписчиков, вот прочитайте, удаление подписчиков аккаунта было закрыто. Типа закрыт, этот человек как создал, что-нибудь там похулиганил, или что просто так посмотрел, и закрыл, просто тупо закрыл. А это будет аккаунт удален. Сразу, с подписчиков. Вот. Чё, друзья, ждем, когда нас заблокируют нахер. Мы же новый создадим. Нас бьют, мы крепчаем. С вами был Юра Мордвин. Кому понравился, поставьте лайк. Кому не понравился, напиши комментарий, почему тебе не понравился, гаденыш. И всем пока-пока.